Все равно я туда пехотную закину. Но у меня летучая пехота. А, стоп, да. Ничего, это у меня не она. Шурик, ты КШМ-ку берешь? Ну, я могу взять, да. Тогда на харитон ставлю. О, я на танке, я на Григоре. Ну давай на йод тогда. Или на йод, или на Елену лучше кину. Ксандра, оставишь кшемку у нас на базе? О. Ксандр. User disconnected from your channel. Три том к этом. Это. Блядь, нихуя себе путь. Сверху САС, осторожно, Серов. Нифига! Столько ракет пролетели мимо. Ну, САС тогда и вот это все перебьет сейчас. В момент. У них артист анонист. Отработайте, пожалуйста. На бобры бобер вот сейчас добьет оставшиеся. У нас справа танки будут, нет?
Или вызывать. Ты словом потребный, друже команданте. Бордер, ну, видимо, не возьму. Будет. Уебите Пассасу, пожалуйста, чем-нибудь, он светится. Ну, у нас ствольная артиллерия на базе была. Ну, одной ракеты он ничего не сделает. Хераси, а как это он? Блин, зараза, это ж один на 100 случаев, когда он кританет. Одной ракеты попал, не двумя. Сглазил. Какое-то говно стоит. Сасу убили или они просто невидимые сейчас? Автоматик справа. Два штуки. Опа, мы стартанули, нихуя себе. С добрым утром. Уже 5 минут как стартанули. Гранаты стреляют через гору. Стреляют, летят насквозь через гору. А вот первый день в игре. Да, вчера купил. Так, что у нас по обстановочке? Направо иди. Справа пиздюливаются, да? Да нет, просто пока нам тут наваливают. Это все потому, что я с вами не этого. Убил Сас с Нейлин. Что-то у тебя просто все эти попадают. Вот здесь аккуратнее. Пали мотор. Ползимо. А там 2-4 ездили. Что с ними стали живы? Ракеты сунамесы тут уже говорят. Понятно, живые. Марксман. Ракета у полосы и у сатейского не круже, команданте!
решаем, выбил на или не. Автоматик один готов. Да, да, я вижу, я вижу, вижу. Я помечаю, чтобы арта стольно везло. А ты кого видишь? Такая стайка у нас вертолетов стоит на Харитоне. Ожидаем. Ага. Чё, как у нас там справа? Стоим, смотрим друг на друга. Вон у них то во вторые летают. Мне кажется, или арта по вертолетам перестала попадать? Да, да, вертолет уж как перестал, только если они прямо около земли. То есть, если ты высоту себе, сменишь. User joined your channel. На одном метре мне, что ли, ПВО? А10 налево. На бушку, видимо. Шамиль. Да-да, вижу, 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 слышу, слышу, убираю. Заебал. Кислотур, ты погнал на них? Я пока так, знаешь, похорошо. Ну, сейчас эти пехотки пизды дадут, если тебя запалят. Артует. Я тут уже 10 раз пытаюсь, но не стреляют. Пучными там аккуратнее, там Томкат летает. Где отдыхать, я что-то, блин. Зачем две бушки идут на лонгбоу? Даже на два лонгбоу. Сюда можно артой поработать? Можно артой. Что туда можно? Артой поработать, там лагланчик стоит. Приезжаю сразу.
выбил шем на центре. Шурик, ты с нами? Да. Миша, или против нас. Увези на базу. Григори. Заправку. Есть. Тунгусские могут выбить. Ельцин вышел из игры. Помер, наверное. Ага. Удивление. Проща ставит безоружная вроде как. Забил. Здесь ПВО стоит. Вот здесь вот пехота. Кашем высаживайте на центре, хоть заказаться дайте. Здорово. Привет. Привет. Что там в игре? Долго, недолго? Не так уж долго. Нахуя думаешь, блядь, что вы делаете? Сейчас же этих разбираю, чувачку. Нормально, теперь я не буду там стрелять, блядь, ну пиздец вообще. Ты с базы заказывайся. Ты какие думаешь?
сортите. Кого? Три танка на имя? Зачем? User joined your channel. Здорово. Здорово. Привет. Бомба, вот сюда роняй, вот сюда роняй бомба. Чёрт. Вот по меткам бомбы что-то падут. И потому что вертушки осторожны. Она что-то умерла. И здесь что-то умерла. А теперь можешь лететь, там все в панике. Встретились два радара. Отличный истребитель, 125 ТД. Так у вас там на какой стадии? На стадии почти базу штурмуем. Два там кэт. ПДшка так хотела победить, но не смогла. О, слушайте, я видел, сейчас МиГ-31М сбил. Да? Да. Вот так вот живешь жизнь, а потом раз. Какая-то сука выносят, прикинь, да? 23-й сейчас убьют. Вы чего? У него еще раз вот это меньше, чем у 23-го, да? Конечно, блядь. Ну, пиздец. Какие у него перегрузки? У него, по-моему, 7G максимум или 6,5. Ну, конкретно? А, ты про там конь? Нет, я про Омег 21-й. 23-й. 23-й 7. По-моему, тоже 7 у него или 6,5. А, там конкретно 4, потому что он тяжелый. Да. Он больше. И хрупкий. И у него отеческое несамонаведение, нихуя.
Кстати, в этом фильме, как это называется, Топ Ган, там же он летчиком Томкета был. Главный герой. Я уж, по-моему, переснимаю, да, сейчас? А хуй не знает. Чё-то, по-моему, собирались переделывать опять. Боль, сука. Вылетите на Thunderbolt, пожалуйста, там разминка, гордон, спасибо. А нечем. У меня все на перезарядке. Все, улетел. User joined your channel. Привет. Добрый день. Привет. Привет. Сюда вот арта еще полетит. Кидаю бомбу прямо вот сюда. И, наверное... вот сюда кидаю бомбу. А вон. Шеф. Место не будет. Да я, наверное, сейчас пойду уже. Понял. Погуляю. В очередь, суки, блядь, в очередь. Джентльмена, джентльмена. В очередь, джентльмена. Так, ну если Сараф уходит, тогда надо свою лавочку набирать. Или ну, будет так, так-то админ. Да, пофиг, ушел. Химеры нет. Доиграли. Доиграли? Угу.